Всем привет, хорошее настроение, дорогие единомышленники. Здравствуйте, все зрители нашего канала. Сегодня в рубрике «Листая старые пластинки», которую мы с вами непременно продолжаем и будем продолжать, предлагаю вашему вниманию вот такой замечательный патефонный диск, уже с логотипом союзной фирмы грампластинок «Мелодия». То есть это говорит о том, что это уже 60-е годы прошлого века. Конверт, правда, скорее всего, не от него, потому что здесь фирма «Аккорд» на нем обозначена, и пейзажи Ленинграда. Это, по-моему, Казанский собор, колоннада. А это, значит, соответственно, Невский проспект со старинным троллейбусом. Вот такой замечательный диск, значит, с одной стороны которого записан Жан Татлян, «Уличные фонари», песня известнейшая, инструментальный ансамбль под управлением В. Терлецкого, кстати. Но есть один нюанс. Это пластинка колота с краю. Вот сразу его покажу. Видите, какая беда. Вот почему-то в таком виде мне этот диск достался. Поэтому запустить его с самого начала в одной дорожке нам не удастся. И мы с вами попробуем запустить его, чтобы захватить вот то место, которое не повреждено. А на второй стороне этого диска песенка о капеле. Арно Бабаджанян, Роберт Рождественский, опять-таки Жан Татлян исполняет. Инструментальный ансамбль под управлением Терлецкого. Сейчас определим, какая из этих сторон первая. А вот, да, год 61 года. 52, 89-61. Цена 57 копеек. То есть уже после 61 года выпущена пластиночка. 44-131, 44-132. Получается, песенка о капеле. Это первая сторона этого диска. Ну, а теперь самое главное, нам точно попасть на него, чтобы не попортить иглу нашу. Пусть она и китайская, но жалко. Ты поешь и смеешь, я сегодня не те. Виновата капель, чудеса, чудеса. Вся земля в звонких призраках, зачерпни и попей. Ах, капель, ты не в капель, целый день с утра. Город мой, ты как солнечный зайчик, с головой у тебя под капель, под капель. Ах, чудеса, чудеса, смейся, ласковый бог, я сегодня не те, виновата капель, ты не в капель, целый день с утра. По-моему, такой классный зажигательный твист. А как там идет саксофон, обратили внимание? Ту-ру-ру-ту-ру-ту-ру. Просто аж прям в пляс потянуло. Я люблю твист. Вот, жаль, конечно, жаль, что вот такой дефект на этой пластинке, конечно, это
Ужасно, ужасно, ужасно. Так, где-то вот так вот. Вторая сторона, уличные фонари, снова Жан Татлян. Главное нам попасть туда, куда нужно. И опять не сначала, простите, друзья. Где-то вдали догорает закат, и фонари ярче горят, и дают они людям сбиться с пути. Ночных спутников были фонари, и дают они людям сбиться с пути. Ночные спутники были фонари. Город ночной серебрится в реке, арки мостов в сказочном сне. Окна больших домов погасили огни, души неустанно горят фонари. Ночных патрулей, как не любить добрых огней. Пусть же всегда они людям светят пути, мои ночные друзья фонари. Пусть же всегда они светят пути, мои ночные друзья фонари. Ла-ла-ла-ла. Жан Татлян, на этом прощаемся с вами. Эх, жаль, хорошая пластинка, качественная, и вот такой откольчик. Я не знаю, откуда у меня такая пластинка, почему этот откол появился. Приношу свои извинения. А всем спасибо за внимание. Остаюсь с вами. Всегда с вами. Всем привет и хорошего настроения. Сергей.